Алекса. Новые треки, новые кумиры. Это новая фабрика звезд. И это финал! 2 сентября в стране представили 16 самых многообещающих артистов года. Но только некоторым из них суждено стать главными голосами своего поколения. Встречайте, финалисты новой фабрики звезд! Кудри, душевность и пронзительное исполнение. Ульяна Синецкая. Самопожертвование или победа. Группа «Север-17». Обаяние и старательность нашего проекта. Даня Данилевский. Темная лошадка из Нерюнгри. Никита Мастан-Кузнецов. Целеустремленность и уверенность в себе. Ильман Зейналов. И просто самый сильный вокал проекта. Гузель Хасанова. Я приветствую вас в финале. Сегодня вот тот самый день. Добраться до финала само по себе уже большое достижение. И вы уже звезды. Каждый со своей уникальной историей, со своим уникальным голосом. Каждый из вас заслуживает стать знаменитым. Но победителем из этой студии выйдет только один человек. Всю неделю зрители Муз-ТВ думали, кому же отдать свой единственный голос. Давно от простого клика не зависело так много. К сожалению, я, как ведущая проекта, не имела морального права голосовать. Но как Ксения Собчак, я все-таки это сделала. Сегодня ровно в 12 часов мы остановили голосование. И значит, один из вас уже одержал победу. Но кто именно, знает только компьютер и человек, который разложил результаты по конвертам. Уничтожил свой компьютер и уехал в тайгу, я думаю. Вот что я вам скажу, дорогие зрители. Эти парни и девушки пожертвовали слишком многим, чтобы отступить от своей мечты. Их жизнь уже никогда не будет прежней, независимо от результата финала. Я даже не уверена, что после шоу кто-то из них уедет из Москвы. Я думаю, так и поселятся на лестничной клетке Виктора Дробыша. Ждите, Виктор Яковлевич, так оно и будет. Но пока этого не произошло, давайте вместе посмотрим, как прошла предфинальная неделя на новой фабрике звезд. Всем привет! С вами я, Артем Шалимов, и до финального отчетного концерта новой фабрики звезд остаются считанные секунды, и совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем проекта. Позади практически 4 месяца реалити-шоу, и нашим фабрикантам пришлось немало потрудиться. 30 занятий по технике речи, 45 по актерскому мастерству, 50 уроков вокала, 55 встреч с хореографами, 25 психологических тренингов. Ежедневный фитнес и мастер-классы, около 100 звездных гостей. За жизнью наших героев круглосуточно следили 50 камер, а выпуски новой «Фабрики звезд» ежедневно выходили в эфир. И нам, надеюсь, удалось доказать, что стать звездой не так уж и просто. Не обошлось на проекте и без личных отношений. Сначала все ссорились, потом подружились и появились первые симпатии. Были расставания и встречи, слезы и разочарования. Развить свои отношения удалось лишь ради Богуславской и Даниилу Рувинскому. А вот Ульяна с Самвелом расстались, как только Сэм покинул проект. Никита же разочаровал Гузель, так и не ответив ей взаимностью. До финала дошли 8 участников, причем Даниил Рувинский успел уйти и вернуться благодаря Раде Богуславской, которая вскоре покинула проект. Добрый вечер. Я давно уж
уже читаю по слогам. Я давно не доверяю лишь словам. Я давно все выбираю в этой жизни сам. Знаю, сколько было у меня побол. Знаю точно там, где север, а где юг. На тебя увидел сразу, вся забылась. Да. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива, свои 18. Я поднимаю руки, но вдруг может статься. Ты новый шанс от скуки, и не зачепляться. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива, свои 18. Я поднимаю руки, но вдруг может статься. Ты просто шанс от скуки, и не зачем гнаться. Ты горишь, и твой пожар не потушит. Ты со мной готова каждый день делить. Даже если придется вдруг послушной быть. Может, сразу стоит обо всем забыть. Где-то рядом просто тихо, мирно плыть. А меня ты знаешь просто так. Не изменить. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива, свои 18. Я поднимаю руки, но вдруг может сдаться. Ты новый шанс от скуки, и не зачем гнаться. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива, свои 18. Я поднимаю руки, но вдруг может статься. Ты просто шанс от скуки, и незачем гнаться. И не зачем гнаться. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива, свои 18. Я поднимаю руки, но вдруг может сдаться. Ты просто шанс от скуки, и не зачем гнаться. У меня ощущение, что я на кастинге кота Базилио сейчас. И мы должны выбрать лучшего. Да нет, Григорий просто рекламирует новые модели своих очков. Как ну, мы знаем, много лет он уже, так сказать, забрендировал. А я его друг уже десятилетия, могу сказать. И ни одной пары очков. Ни одной. А можно померить? Конечно, слушай, тебе все можно, родной. Я уже приобщилась. Но, знаете, жалко, что когда... На тебе очки Григория Лепса, все равно голос не прорезывается. Вот это жалко, конечно. Григорий, я ждала на самом деле. Вот. Ну ладно. Григорий, ощущалось ли, что с вами на сцене поют не участники, а именно финалисты? На самом деле им огромное спасибо за помощь. Без них бы я точно бы не справился сегодня. Кто из них вам показалось хорошо поет? Из них все хорошо поют. Все. Не знаю, кто из них дойдет до вот, как бы, большой сцены, большого признания людей. От души им всем желаю именно этого. Запомните эти слова, их сказал великий артист. Григорий, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Григорий Лепс,
Ну, а другой великий артист сказал еще одну прекрасную фразу. «Жизнь — это то, что случается, пока строишь другие планы». Это слова Джона Леннона. И я думаю, что сегодня они вам помогут, ребята. Поэтому давайте мы уберем все лишние слова и насладимся великолепными выступлениями фабрикантов, но уже на совершенно новом уровне, финальном уровне. Итак, мы начинаем финальный концерт новой фабрики звезд. Ура! Возможно, его вокал еще не идеален. Но, во-первых, он рэпер. А во-вторых, он идеально смотрится с любым исполнителем. Особенно с такой нереально красивой артисткой, как наша следующая гостья. Ильман Зейналов и Ани Лорак. Твой спектакль прошел. Кто остался, кто просто ушел. Без обид, но сжимая в тиски свою боль до конца. Все красиво считаешь до ста. Так обманчиво, так холодно. Ты опять не одна. Не одна. Медленно, медленно, дрожь по твоим губам. Медленно, медленно, снова ловлю твой взгляд. Ты простишь, я прощу. И снова, как в первый раз, останемся вместе. Я прошу, и снова, как в первый раз, останемся вместе. Тогда мы замирали, без себя просто застыло. Мы перематывали, пытались, съемок картины. Все безнадежно оказалось, жизнь без тебя тина. Себя загнали под занавес, искали рутины. Я беру взять тебя свой социум. Без обид невозможно любой ценой сохранить. Попытаемся ритм свой. Из-за такта вступаем, все равно твой. По твоим губам медленно, медленно снова ловлю твой взгляд. Ты простишь, я прощу. И снова, как в первый раз, останемся вместе. Медленно, медленно дрожь по твоим губам. Медленно, медленно снова ловлю твой взгляд. Ты простишь, я прощу. И снова, как в первый раз, останемся вместе. Великолепная Ани Лорак, Ильман Зейналов. Какой у нас финал?
потрясающий. Как красиво, какая вы элегантная пара. Аня, скажите, как вам пелось с Эльманом? И не хотите его брать с собой на концертах? Он может просто стоять на сцене во время вот ваших выступлений. Так надо талантливо стоять, что можно собрать такие аплодисменты. Тут я согласна. Я хотел признаться, что у меня два эталона красоты. Это мама и Ани Лорак. Вау, спасибо. Мы все помним ваше блистательное выступление в финале Евровидения. Вы та женщина, которая знает, каково стоять в финале важного конкурса на сцене. Что поддерживает в такие минуты? Я думаю, что самое главное — это просто вот отдаться музыке, насладиться вот этим мгновением, быть на сцене, получить удовольствие. И вот зритель чувствует, что ты искренний. И это самый короткий путь к успеху — быть искренним. Кстати, Ксения, Аня, понимает все, что ты сейчас сказала, не понаслышке, потому что не так давно она отдалась мне в студии. Боже мой, сейчас, я думаю, вся желтая пресса сойдет с ума. Интересно. Виктор Яковлевич, я замужняя женщина. Я хочу пояснить, я женат. Она отдалась музыке, и, наконец, впервые она по-настоящему поняла, что такое профессия певец. Ну, как я стеснялась. И я с нетерпением жду следующей недели, когда мы ее увидим не просто в качестве человека, который разводит здесь всех на базары, а человека, который выйдет и споет. Женщина, которая поет. Мне страшно, я краснею. А заставить меня покраснеть очень сложно, ребят. Эльман Зейналов, Ани Лорак. Браво! Уже совсем скоро Ани Лорак представит свое новое революционное фэшн-шоу «Дива». Премьеры пройдут в Минске, Санкт-Петербурге и в Москве. На момент появления в проекте у Эльмана было уже несколько своих песен и даже свои слушатели. Неудивительно, что он сразу записал себя в лидеры. Только не все фабриканты готовы были это принять. И чуть было не избавились от него. Но все равно он сегодня здесь, с нами, в финале новой «Фабрики звезд». Больше всего я боялся, что будет здесь какой-то конфликт, будут драки, будут недопонимания. Это и случилось на самом деле. Я тоже так хочу. Просто что невероятно. Что ты сказал? Ты что сказал? Я сказал. Ты сам мать твою? Да. Ты что? Междометие, чувак. В смысле междометие? Ты что? Ты за своим языком сиди, понял? Я хотел прийти сюда именно тем человеком, которым я являюсь вне этого дома. Со своими плюсами, минусами. И зритель изначально разглядел во мне негативного персонажа. И слава богу, что мне удалось все-таки изменить отношение зрителя. И сегодня я здесь, в финале, и люди меня видят таким, какой я есть на самом деле. Самая большая моя цель была написать песню, которую я сам лично смогу назвать хитом. И вот «Мой океан» — это именно тот трек, которым я могу для себя назвать хитом. Я хочу забрать свою аудиторию с собой и провести ее вот долгий путь своей музыкальной карьеры. Но я пришел за своим зрителем, я с ним уйду. Поспешил, посаженный шин, за тебя все решил. Встречный свет заставив лететь на обочину. Мир мой все оставив навсегда, срываясь с небеса, стальным дождем бросается тело там, где душа. Мой крик был неземной, и тяжело, чтобы там начинает таять.
быстро, словно на глазах. Наш стабильный адреналина, наш с тобой финал. Я тебя нашел, я тебя нашел. Наш с тобой, люби адреналин. Я тебя нашел, но мне проиграл. Знаю, это наш с тобой финал. Закипала кровь, и исход один. Предпочла любви адреналин. Дороги все на автору виски. Виски, виски, бармен, это бездна, пили фиск. Мы номер первый, я помню, она из демона. Кровь со мной по пенам, все гонкам за пенник. Покинул гонку, теперь без трудностей взглядов. И мы дела веселись, она окутана шармом моим напись. Дома пары звезд, да, среди лиц. И она со мной покидает танцпол. Ее тянет азарт и каприз. Улетая в омут с головой. Она садится за тюнинный купер. Я опускаю с виду ее. Погоня сайта, сука, скрывая занавес. Судя вгрызаясь, правда, я жадно влюблен. Наш с тобой адреналин. Наш с тобой финал. Я тебя нашел, я тебя нашел. Наш с тобой любви адреналин. Я тебя нашел, но не проиграл. Знаю, это наш с тобой финал. Закипала кровь, и исход один. Предпочла любви адреналин. Я тебя нашел, но не проиграл. Знаю, это наш с тобой финал. Закипала кровь, и исход один. Предпочла любви адреналин. Ильман, из-за тебя весь балет Аллы Духовой пришлось перекрасить в блондинов и блондинок. Только чтоб ты эффектнее смотрелся, друг мой. Мне так показалось, что партер знает слова припева. Ну, проверь. А там? Закипала кровь, и исход один. Уже стала хитом. Лучшая проверка. Арман, вы сегодня невероятно выглядите. Элегантный человек, спасибо, который пришел на финал важнейшего мероприятия. Скажите, пожалуйста, вы теперь выглядите как официальное лицо, и поэтому любое ваше слово является официальным приговором. Как вам? Я уже говорил о том, что Ильман является украшением нашего проекта, и... Конечно же, желаю ему, точно так же, как и всем фабрикантам, хорошего, достойного, творческого будущего и, конечно же, новых хитов. Виктор Яковлевич, ваше ценное слово. Мое ценное спасибо для Ильмана. Ильман показал всем, что если ты захочешь, можешь сделать что угодно. Воспринимали его все как рэпера. Пытались давать ему партии только разговорного жанра. А под конец он на прошлой неделе выдал такую нам песню, что теперь, мне кажется, все называют его певец, а еще лучше артист. Самое драгоценное название для человека, который хочет стоять на сцене, это артист. Теперь я могу сказать с гордостью, что у нас появился еще один артист Ильман Зейналов. У меня вопрос к Андрею Димитрову. Андрей, вы были у нас на открытии новой «Фабрики звезд» и видели первые выступления. Кто сильнее всего изменился, на ваш взгляд? Ксюша, знаешь, они все изменились, абсолютно все. Не могу сказать, что кто-то остановился и находится ровно в том состоянии, в каком пришел. Абсолютно все прогрессировали, и причем серьезно. Ильман Зейналов! Финал новой «Фабрики звезд». Спасибо вам огромное. Даже не верится, что я представляю их последний раз в этом сезоне. Люди, которые поверили в молодые таланты, дали им шанс и постарались вложить в них максимум знаний за очень короткое время. Основатели и преподаватели проекта «Новая фабрика звезд». Генеральный директор холдинга ЮТВ Андрей Димитров.
Красивый и строгий, как всегда. Генеральный директор телеканала Муз-ТВ Арман Давилетьяров. Генеральный продюсер компании White Media, блестящая Юлия Сумачева. Генеральный преподаватель по вокалу Владимир Бандана-Коробка. Гениальный преподаватель хореографии, вечно улыбающаяся доброй улыбкой Алла Духова. И генератор актерского мастерства на нашем проекте Игорь Неведров. И, наконец, он, боже мой, каждый раз, когда я его объявляю, я покрываюсь мурашками. Он оставил на этом проекте все силы, всего себя, все нервы и ни капли об этом не жалеет, потому что здесь он получил гораздо больше. Музыкальный продюсер новой «Фабрики звезд» Виктор Дробыш. Ни от наших генеральных гостей, ни от наших педагогов уже ничего не зависит. Это значит, что даже Дробыш с Киркоровым не смогут повлиять на исход голосования. Эту фабрику уже не остановить. Да и ни к чему, когда впереди такие крутые выступления от финалистов новой «Фабрики звезд». Этот милый, добрый парень быстрее всех понял, как нужно использовать свою популярность в целях еще большей популярности. Ну а главное, как держаться на сцене с другими звездами. Сейчас он продемонстрирует это еще раз. Даня Данилевский и Валерий Меладзе! Когда закончатся полеты первых ласточек, и ты усталая придешь к себе домой, увидишь из окна слова из ярких лампочек. Я напишу тебе, не бойся, я с тобой. Не отзываешься ни на один порог. Не ошибаешься, и мне все чаще кажется, что ты посланница.
дарует веру. Но я буду с тобой или буду один. Дальше не сбежать, ближе не подойти. Прежде чем навек поменять номера, салют, вера. Скажите, Валерий, вот такого дуэта у вас в жизни ведь еще не было. С красивыми женщинами роскошными было. С брутальными мужчинами было. А вот с детьми красивых женщин и красивых брутальных мужчин не было еще никогда. Ну, когда-то все должно произойти впервые. И, по-моему, получилось вполне весело. Я все время пытаюсь своего сына старшего посадить рядом с собой за стол и научить каким-то вещам. Очаровывать женщин вы имеете в виду? Нет, это он должен сам научиться. Хорошо. Все-таки петь. Да, петь. Хотя я хотел сказать... Мне кажется, что артист с какого-то возраста должен делиться опытом с более молодым поколением, чем я сегодня как раз с радостью и удовольствием занимаюсь. Тогда вопрос к вам как к опытному артисту. Как, по-вашему, можно долго... в российском шоу-бизнесе оставаться на плаву, вот будучи таким плюшевым мальчиком, когда... Он меня ненавидит, когда я это говорю. Посмотрите, вот этот взгляд. Как эта бабуля меня достала каждый раз своим плюшевым мальчиком. Не преувеличивайте, Ксения. Да, не переживайте. Когда-то я был плюшевым, и красивая, видная женщина, которую я стеснялся, она тоже называла меня плюшевым, скажем так. Но научите его, вот как с этим образом быть, как с ним существовать? Нужно хорошо кушать. Так. Нужно уметь расслабиться. И в какой-то момент, когда есть необходимость выйти на сцену, в этот момент сосредоточиться как следует. В общем, нужно пробовать в жизни все, и потом взять какие-то эмоции и принести их с собой на сцену. Все это приходит с опытом, ну и с возрастом, понятное дело. На сцене новой фабрики звезд только для нас в финале. Роскошный мужчина Валерий Меладзе и самый мимимишный мужчина Даня Данилевский. Этому парню удалось стать любимчиком публики с самого первого выпуска. Даня Данилевский на новой фабрике звезд. На меня очень сильно повлияло вот это условие, что мы приходим для того, чтобы выдавать свой материал, чтобы что-то поменять в этой музыке, что-то музыке дать. Либо ты докажешь, что ты артист или человек, который может им называться, либо ты просто сольешься и станешь никаким. Какие-то вещи я стал понимать только, к сожалению, во второй половине проекта. Если бы мне дали еще раз такой шанс, очень много я бы поменял. Больше всего я хочу весь тот навык и опыт, который я здесь получил, вложить в свою работу и получить от нее отдачу. Это воздух весенний, что полетит вместе с нами. И нам ветер по пути, мы придумали сами. У нас есть силы идти, и нам этого хватит. Выше только звезды. Пока не поздно, пусть
значит, все не случайно. Знаю это мгновение, это только начало. Сразу после заката наш рассвет станет ярче. Это жизнь и награда, пожелай нам удачи. Выше только звезды обнимаю. Обнимают нас облака, я с тобой, и пока не поздно, пусть руки коснется рука навсегда. После звучания на новой «Фабрике звезд». Даня, ты молодец. Спасибо огромное, Ксения, спасибо. Ну что, расскажи, как прошла твоя встреча с фанатами? Волновался ли ты? Вот так вот несколько недель, и теперь у тебя фанаты, свой фан-клуб. То, что я ожидал, то и получилось. То есть мы пообщались, была домашняя атмосфера. Боже мой, вот он зазвездился уже, вы видите? Ну, как да? Я как и ожидал. Ну, хорошо. Обратимся к нашим педагогам. Владимир. Я хочу сказать о Даньке. Я лично очень благодарен ему за то, что он очень интеллигентный, благодарный человек. С ним было очень легко работать. Кое-что мы с ним сделали. Да, Даня? Спасибо большое. Ну что, скажет ли такие же теплые слова Виктор Дробыш? Безусловно. Сегодня финал, сегодня только теплое. Хотя на протяжении «Фабрики» мне хотелось отправить его в ансамбль «Песни и пляски». Что-то в нем много вот такого строевого военного. Иногда мне казалось, что он даже и для этого ансамбля не годится, потому что чувство ритма у него как не было, так и не появилось. Такого, какое мне надо. А обещал только теплое, Виктор Яковлевич. А это, кстати, очень теплое. Песни появились. Есть над чем работать, но вот так выглядит победитель «Фабрики». Несмотря ни на какие это чувства. Это серьезная заявка на успех. Спасибо большое. Даня Данилевский, Гузель Хасанова. На сцену сейчас выйдут две певицы, две фабрикантки. Только одна уже победительница проекта, а вторая пока носит звание финалистки этого сезона. А может быть, это дуэт двух победительниц? Кто же знает? На сцене Гузель Хасанова и Ирина Дубцова. Добрый вечер. Ну, здравствуй, лучшее, что было со мной когда-нибудь. Я так долго всех вас ждала. Счастье просто.
что снова на фабрике, на этой сцене со всеми вами. И как я бы без вас жила, и пою все, люби меня долго-долго, чтобы больше не было больно-больно одинокой. Люби меня долго-долго, ну невозможно, чтобы не в касте Бога воды свои несла. Как я всех вас ждала. Всегда то это не то, то то не так, но ты любишь меня ни за что. Хочешь, как вчера, кино, одеяло и чай, давай. Ты знаешь меня, как никто. Люби меня долго, долго, чтобы больше не было больно, больно. Ирина, как вам этот дуэт? Что вы чувствуете сегодня? Вы же тоже фабрикантка, победительница одного из сезонов. Какие вас переполняют эмоции? Я была на твоем месте. Я тоже была в финале. Я тоже боялась результатов зрительского голосования. И я тебе хочу сказать, что, во-первых, я верю в твою победу. А во-вторых, ты видишь... И очень многие тебя поддерживают и поддерживают меня в этом мнении. А во-вторых, вот это чувство волнения, я хочу, чтобы осталось с тобой на долгие-долгие годы твоей творческой жизни. Потому что это делает артиста артистом тоже, когда ты стоишь за кулисами и боишься. Держимся, радуемся и ждем результатов. Юлечка, вам слово. Гузель, ты прошла долгий путь. Ты умница. Твоя работоспособность поражает на самом деле. И, как и каждому из вас, ребята, я желаю победы. Гузель Хасанова и Ирина Дубцова. Гузель Хасанова оказалась не самой скандальной участницей проекта. А ведь по всем канонам реалити это недостаток для персонажа. Зато раз за разом эта девушка выходила на вот эту сцену и разбивала своим голосом любое сомнение про ее нахождение на проекте. «Новая фабрика звезд» для меня — это мечта, детская мечта всей моей жизни. Это пример всем таким же ребятам, как я, что если ты действительно искренне чего-то очень сильно хочешь, если ты очень сильно стараешься, то... все обязательно сбудется и все обязательно получится.
Я действительно из крайне простой семьи. У меня мама воспитатель, папа водитель. У меня брат крайне талантливый человек с недугом, как детский церебральный паралич. И чтобы попасть сюда, на этот проект, и чтобы заслужить любовь телезрителя, мне пришлось пройти огромнейший путь из огромного количества кастингов. И действительно, я могу смело сказать, что мне пришлось царапать весь этот путь и действительно пробивать все эти двери. Я так хочу, чтобы уже в конце концов кто-нибудь на «Фабрике звезд» на этой поорал. Типа как в свое время Подольская поздно пела. Да, я тоже очень хочу. И у нас только ты можешь это сделать. Ты одна. Я смело могу собой гордиться, потому что я все-таки дошла до финала и какой-то отпечаток в этой всей истории о себе, наверное, все-таки оставила. Где-то там, где все еще твоя, звучит признание шум. Не вернемся во вчера, но вновь тебя прошу.
Действительно, браво! Здесь нет других слов. Абсолютное преображение. Сильнейший номер. Невероятные эмоции. Такая энергия. Я говорю, у меня мурашки вообще. Арман, как вы думаете, может ли наша Гузель уже сейчас конкурировать с топовыми артистами? Ну, безусловно. Как здорово, что есть новая «Фабрика звезд». И простая девочка из простой семьи, из города Ульяновска, за эти 4 месяца, ну, во-первых, у нее была возможность показать свое творчество, а во-вторых, завоевать любовь зрителей. И здорово, что есть этот проект, и вот появляются такие звезды. Я всю песню и проулыбался с мурашками, и поворачивался, и хотел сказать, ну вот же, вы посмотрите, рождение как можно. Рождение суперновой звезды прямо здесь и сейчас. Супер. Спасибо тебе за твой голос, за то, что ты делаешь, и за то, что ты открыла для нас великолепного автора, Ильяза Хасанова, твоего брата. Илья, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Я надеюсь, что ему посыпятся заказы на песни. Мы теперь все знаем, вся страна знает, какой он у тебя талантливый. Гузель Хасанова. Финал новой «Фабрики звезд». Не каждый дуэт Ульяны Синецкой оказывался удачным, ну, скажем честно. Именно поэтому она бывала на волоске от вылета с проекта. Но зато, если дуэт складывался, то это выступление становилось главным украшением вечера. Уверена, так будет и сегодня. Ульяна Синецкая и Стас Михайлов! Было другое солнце, другая совсем трава. Там птицы, свернувшись кольца, шипели, завидев едва. Там было безумно скользко, там вниз обрывалась тропа. Там было темно и больно, ведь не было там тебя. Там, там, где тебя нет, там, там, летом идет снег, там крылья нельзя раскрыть, там хочется волком быть. Там, там, где тебя нет, там, там, черный идет снег, там все состоит из стен, там тянется час, как день, как день. Там были другие лица, другие совсем слова. Там сны не хотели сниться, гореть не хотели дрова. Там ломались гитары струны, дороги вели в никуда. Там море теряли шхуны, там горькой была еда. Там, там, где тебя нет, там, там, летом идет снег, там крылья нельзя раскрыть, там хочется волком быть. Там, там, где тебя нет, там, там, черный идет снег, там все состоит из стен, там тянется час, как день. Там, 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 где тебя нет. Летом идет снег, там крылья нельзя раскрыть, там хочется волком быть. Там, где тебя нет, там, там, черный идет снег, там все состоит из стен, там тянется час, как день. Там, там, где тебя нет, там, там, летом идет снег, там крылья нельзя раскрыть, там хочется волком быть. Там, там, где тебя нет, там, там, черный идет снег, там все состоит из тем, там.
тебя нет там, там. Летом идет снег там, крылья нельзя раскрыть там. Хочется волком быть там, там, где тебя нет там, там. Чёрный идет снег там, всё состоит из стен там. Тянется час, как день. Спасибо, спасибо большое. Браво! Потрясающий дуэт. Красиво, ярко. Ульяночка, ты наша вообще... Олененочек. Вот этот дуэт такой... Не, у нее хорошо получилось. Как? Да, молодец, да. Очень молодец, хорошо спел. Я ее просто называю олененком. Она очень нежная, очень такая трогательная и трепетная девочка, но с очень сильным голосом. Молодец. Да, Стас? Молодец, умничка, да. Все шансы есть. Прекрасно. Молодец, я желаю тебе удачи, радости. Главное, чтобы это стало твоей уже профессиональной жизнью. Главное, на сцену выходишь для чего? Надо понимать, ради них? Я хочу, чтобы стало это смыслом твоей жизни. Многих-многих тебе лет на сцене, полноценных, творческих, сильных, плодотворных лет тебе. Виктор Яковлевич, что скажете об Ульяне, о вашей ученице? Ульяна, спасибо тебе за то, что ты удержалась в этой двойке рядом. Действительно сыграла роль женщины, спасибо, Стаса Михайлова. Это большая и честь, и ответственность. И было все очень красиво. Все было достойно финала. Ульяна Синецкая, Стас Михайлов, спасибо большое. С этой тихой, скромной девочкой произошло слишком много событий даже для такого реалити, как наша. Возможно, именно поэтому она с такой страстью и трепетом проживает свои песни и каждый раз срывает овацию зрителей. Ульяна Синецкая! Новая «Фабрика звезд» для меня — это самый необычный и интересный этап моей жизни. Вначале мне было тяжело. У меня был такой период, что я в себе очень сильно замкнулась. Слышь, ты чего? Успокойся. Специально, что ли, делаю так? Успокойся. А ну-ка, успокоилась. Давай, иди ко мне. Ну, вот я могу поставить себе пятерку за старание. Потому что я научилась сдерживать свои эмоции в какой-то стрессовой ситуации, потому что я псих. И пусть в моих поступках не было логики, каждый из нас хочет быть на вершине славы в этих софитах и гордо улыбаться. А кто вообще из людей не хочет быть победителем? Я тоже, я такой же человек, как и все. Два билета для разлуки. Время сокращает сутки. Дрожью по рукам проходит ночь. Послушай, расстояние чувств не стоит в этой тишине. Нас двое, все в твоих глазах прочла сейчас. Пущу лети прямо над пропастью, той, что тебе внутри. Смотри, что мы наделали, как ошибались мы. Смотри, воспоминания, словно рукой махни. Рейс 02:05 в
назад, к посадке только улетать я не хочу. Я знаю несколько минут, и мне по убежать от боли, мне прерванные гудки ответ прошу и отпущу. Вы довольны этой работой Ульяны? Во-первых, это тот редкий случай, когда Господь дал и внешность, и голос. Обычно чего-то не хватает. И не в обиду Гузели, я хочу сказать, что всегда, когда представляют и говорят, что голос нашей фабрики Гузель, она, безусловно, прекрасна. Но, Ульяна, ты для меня тоже очень важный, очень нужный и очень красивый. Спасибо огромное. И еще хочу тебе сказать, что ты — это вот тот показатель фабриканта, наверное, идеального фабриканта, который пришел, забрал все самое лучшее от всех педагогов, влюбил в себя всех педагогов. А как я влюбилась в вас всех. Это взаимно. Поэтому спасибо тебе огромное. Вот для меня, как для композитора, большая честь писать песни, которые поют такие люди, как ты. Спасибо вам. Спасибо тебе большое. Владимир. Она очень нежный человек, несмотря на некую строптивость. И это выражается в ее звучании. Когда нужна нежность, когда нужна тонкость, изящество, то звучание Улечки очень подходит к этому. И я желаю всего самого лучшего и хорошей артистической карьеры. Все у тебя для этого есть. Спасибо тебе. Спасибо огромное. Позвольте мне добавить, Виктор Яковлевич совершенно прав. На мой взгляд, вы почерпнули много из того, что я давал. Говорят, педагог реализуется в своих учениках. Вот я очень рад, что я сегодня спасибо это видел. Удачи вам, успехов, Ульяна. Ульяна Синецкая, спасибо большое! От напряжения, которое сегодня присутствует в финале, можно не то что телефоны заряжать, электрокары. Ну а следующий дуэт и вовсе мог бы обеспечить электричеством всю новую фабрику звезд. Слава и Мастанг! Я
Я тут взрослым стал, теперь хочу обратно. Она права была, у любви нету преграды. Я наберу, чтобы сказать, как скучаю. Мам, ты неплохого сына воспитала. На сердцу не прикажешь, сама же знаешь. Не одобряешь, но позволишь, счастье не заманишь. Вложила всю свою духовную силу. Делала так, чтобы ни о чем не просил. А я менялся часто, чаще тебя люблю. В поиске единственное найду, покажу. Куда бы ни шло время, мам, я все в рэп. Теперь ты видишь, мам, это не бред. А в глубине души ты верила, верь, спасибо. Я постараюсь быть самым лучшим сыном. Расскажи мне, мама, что я сделала не так. Расскажи мне, мама, почему я виновата. Я любила, мама, а простить не знаю как. Но ответь, ведь ты же сама любила когда-то. Осталось память, у которой больше нет конца. Слава и Никита Мастан! Мы хотим услышать мнение генерального директора холдинга ЮТВ Андрея Димитрова об этом дуэте. Андрей, что вы скажете? Честно говоря, неожиданно, что в конце я услышал не рэп, а настоящее пение. Мне это очень понравилось. Мастанку надо петь. И у нее получается, как мне кажется. Мне понравился дуэт, на самом деле. Я желаю удачи. Никита Мастан и певица Слава! В начале проекта никто не ожидал, что Никита Кузнецов дослужится до Мастанга, будет так любим зрителями и доберется до финала. А он прорвался, несмотря ни на что. Вот что значит якутская закалка. Никита Мастан-Кузнецов, встречайте! Я самый обыкновенный человек на земле. Простой пацан с района. В определенный момент в жизни у меня встал выбор. Два пути. Первый – это я на последние деньги покупаю билет и еду на кастинг. А второй – это я остаюсь у себя в Нейрингре, работаю и бесполезно провожу будни. Естественно, мне первый как-то больше понравился. Ты у нас голос от народа, и вот народ тебя принимает, любит. Владимир Иванович совсем не понимает, что с тобой делать. Совсем. Потому как на вопрос петь ноту до, ты поешь до, а ми, ми. А соль, соль. Но это вообще не важно в твоем случае. Потому что я сюда пришел не петь. Правильно. А показать себя. Правильно. Обычно моя самооценка забивалась глубоко куда-то там под плинтус. А благодаря вот проекту, концертам, тому, что я здесь переживаю, я стал любить себя. Стал любить свой образ поведения на сцене. Стал искать какие-то ошибки от выступлений и... На следующем концерте я пытался это как-то исправлять. Я хочу ощущать запах волос, вкус нежных губ твоих. Слышать голос твой, омут с головой. Хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. Треп! Добрый вечер! Как настроение? Руки! Е-е! Эбе да холода. Блин, такое ощущение, словно в Олимпийском. За 18 годами видно облака. Дорога дальняя, все так же по битам. Я подарил тебе веру, верю небесам. Все ответы там, там блекла небета. Эй, роза мимоза. Моя любимая дама, наболтай погромче. За горами океаны, дай мне веру. Это ведь все, что нужно. Отложи в долгий ящик стабильности ужин. По ночам гоняю мысли в голове. Как бы передать очередной привет тебе. Днем становится грустно. Чувствую себя никем. Словно во мне поселился успешный манекен. Денежный плен. Любовь или погоня за лаве. Город кардинально поменял мой менталитет. Ответ на хейт, по-хорошему так смысла нет. Делаю, что в голове, очередной куплет тебе. За 18 годами видно облака.
сильная, все так же по бедам. Не получилось сразу, это не беда. Не беда дожди, не беда холода. За 18 годами видно облака. Дорога дальняя, все так же по бедам. Не получилось сразу, это не беда. Не беда дожди, не беда холода. Как настроение? На секунду представим, что это действительно Олимпийский. И сколько времени назад пытались музу поменять. Меняли палец от двора, я был там свой пацан. Кацап босой, в омут с головой лез. Переполнил стадион, и мой лайф как на золото вес. Я не забуду никогда свою первую даму, что отобрала мое сердце, там решай проблемы. Поясней на кроватке тихо до утра. Встану лишь бы не разбудить, мол, хозяйственный пацан. Пока на старом телефоне тексты так. Я взрослым стал, что не все так просто. Дебри любви, обильности меня скрасили. Только выход есть где, выходи, вот мое соло. Нарисую тебя узором на окне, узором на окне. Выпал первый снег, скажи по правде. Правды ведь нигде нет, где искать ответ? Где мольба небес? За 18 годами видно облака. Дальняя, все так же по бедам. Не получилось сразу, это не беда. Не беда дожди, не беда холода. За 18 годами облака, дорога дальняя, все так же по бедам. Не получилось сразу, это не беда. Не беда дожди, не беда холода. У-ха! Огромная честь выступать в финале. Я не думал, что здесь окажусь. Дорогие мои жюри, спасибо, зрители. Якутия, Нерюнгри, НФЗ, One Love. Никита Мастан-Кузнецов. Раскачал зал ты, конечно. Скажи, вот во время песни были фотографии. По какому принципу ты их подобрал? Почему вот такой ряд фотографий? Что они для тебя значат? Что это за девушка там с тобой на фотографиях очень часто появляется? Песня ностальгирующая. Песня о том, что было у меня в молодости до момента, пока мне исполнилось 18 лет. Ну, сейчас фотографии... сейчас тебе 19. Вся жизнь прошла, как с белых яблонь дым. Увядание молодости охвачено, я не буду больше молодым, да. А фотографии, видеоряд, который был использован на заднем фоне, это, так сказать, некая память, то, что несет для меня ценность. Мои друзья, которые находятся вот здесь в зале, мои подруги, не девушки и не дамы моего сердца, это исключительно люди, которые хорошо ко мне относятся и которых я запомню. Я помню хорошее отношение к себе и благодарен за это. Значит, только одно, что в следующем твоем клипе, уже большом, настоящем клипе, который ты будешь показывать в Олимпийском, там точно будет еще один человек на фотографиях, раз ты помнишь хорошие к себе отношения. Это Виктор Яковлевич Дробыш. Безусловно. Вот, его портреты задумчивые, какие-то планы. Да, поэтому ему и слово. Это самые яркие моменты жизни, когда ты видишь, как твои... Ну, ты уже не ребенок, у тебя детство 18 лет в прошлом давно уже. Но как твои питомцы поднимаются, и уже ты видишь, Ксюш, он уже мысленно общается с Олимпийским. Мысли материальны, Виктор Яковлевич. И мне кажется, что мечтать надо. Надо обязательно мечтать всегда. И мечты будут воплощаться. Вот мне кажется, это самое сильное твое качество. Ты, несмотря на свой брутальный образ, такой романтический мечтатель, который заложил в себя какую-то программу, и она сбывается. Мечтай, Никитка, но не забывай про дыхалку. Я бы, конечно, передал, конечно, сейчас микрофон Али Духовой, чтобы она немножко подперчила вот этот мед, который я вылил на твою голову. Аллочка, скажите что-нибудь доброе про его дыхалочку.
Не, ну она значительно стала лучше. Но ты знаешь что? Значительно. Но в прошлый раз, когда ты пел эту песню, ты как-то подсобрался или ты пел первый раз, ты идеально это сделал. А сегодня ты уже такой эдакий мастер, знаешь, вроде как. Ты так более расслабленный был. И вот мне показалось, где-то, да, подрасслабился, и опять раз, и, ну, чуть-чуть, уже лучше, слава богу. Ох, Аллочка, после бесконечных разговоров про дыхалочку Никиты Мастанга, я думаю, что вы получите прозвище Аллочка-дыхалочка. Так он вас и запомнит. Ну что же, Никита, мы желаем тебе твоего олимпийского. Мы желаем, чтобы он у тебя точно был. Никита Мастан-Кузнецов. Спасибо. Финал. После того, как на нашем проекте образовалась группа «Север-17», она стремительно начала набирать популярность. Даже номинация не остановила эту троицу от попадания в финал. Ну а сегодня этих и без того мощных ребят пришла усилить группа, которая знает, что такое собирать стадионы и ехать по колее шоу-бизнеса как танк. Руки вверх! И группа «Север-17». Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. В темноте, где-то плачешь в темноте. Как мне дальше жить с этой бесконечной болью? Как смогли разбить все, что звали мы любовью? Но дом наш опустел, стынет ужин на плите, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Развели мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты, просто взять и раствориться. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Твои глаза, ты образ птицы, взлетая на городом не спится. Твоя бессонница, мой дом без страниц там. Нету любви, нет слез у твоего лица. Я искал в своей голове мысли, потеряв в этом омуте смысл. Не летаем, а падаем низко. Я пытался добраться до сути, я пытался понять тебя. Потерялась ты в темноте и плачу в темноте. Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Но дом наш опустел, слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сереж, сегодня такой праздничный день. Сегодня финал новой «Фабрики звезд». И один раз только сегодня я могу тебе сделать предложение. Будешь четвертым в «Север-17»? Ой, господи, я... Вить, я уж испугался про предложение. Есть такая программа на телевидении, знаешь, там предложение делают тоже.
Прям испугался. Завтра уже предложение будет не в силе. Так? Я с удовольствием подумаю над этим. И мне кажется, что я хоть и буду четвертым лишним, но уж точно, мне кажется, это понравится многим. Очень красиво смотрите. Ребята, переволновавшиеся мои, мне кажется, еще впереди столько всего интересного и хорошего. Вот, я желаю искренне вам удачи. Переживаю вместе с вами за все, что получится и у вас, и у нас. Спасибо. Удачи всем. Удачи, ребят. Руки вверх! И группа «Север-17». На протяжении всего проекта у каждого участника группы «Север-17» были яркие выступления, которые хотелось бы вспомнить и увидеть вновь. Но ребята отказались от своего прошлого в пользу общего будущего. Встречайте, финалисты новой фабрики, группа «Север-17» и премьера их нового хита. Группа «Север-17» — то, чего я, Женя и Зина захотели сами, нас никто не заставлял. И мы просто почувствовали, что мы хотим выступать вместе, и мы хотим делать ту музыку, которую мы хотим. Вообще, изи слова, да, запомнить можно? Да. И надо, чтобы оно было такое. Да. Люди просто разрывались. Да. Да, так. Мы захотели попробовать себя в роли группы, и все. Долго шли к этому, скажу вам, не самым легким путем. Потому что Виктор Яковлевич категорически был против изначально этого. И вообще воспринимал это как шутку, как бред. И вот, наконец-то, песня, которую мы презентовали, понравилась очень Виктору Яковлевичу. Он взглянул на наше творчество с другой стороны, с более серьезной. И вот теперь мы группа. Когда тебя нет, я все вспоминаю моменты, когда мы вместе. Когда меня нет, останется рядом с тобой моя песня. Мы никому ничего не хотим доказать, просто мы хотим выйти на мировой уровень со своей крутой музыкой. Мы вообще, мы очень крутые, но иногда мы друг друга недопонимаем. В смысле? Всегда мы друг друга допонимали, а сегодня мы друг друга недопонимаем. В чем мы недопонимаем? Почему? Алло, что ты за базар там. Временами у меня опускались руки в группе «Север». Я думала, что типа это конец, у нас ничего не получится, типа, ну, посуществуем здесь и уйдем. Но при этом, при всем, где-то в подсознании я верила в ребят, верила в нашу группу, в себя. И была уверена в том, что мы выиграем. И до сих пор в это верю. Уже сейчас идет битва фан-клубов, и у кого фан-клуб сильнее, тот и победит. Север победит. Почему бы Северу не победить? В кармане зазвонил телефон, пришло смс и в нем. В
ваш баланс пополнен на миллион. Нам скинули, 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 скинули бабки. Куплю себе рапки. Скинули, 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 скинули бабки. На стильные тряпки. Скинули, 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 скинули бабки. Здоровье в порядке, спасибо за бабки. Скинули, скинули бабки. Нам скинули бабки. Мы то растанцевали. Это мой первый танец Ксении Собчак. Первый, но не последний, малыш. Теперь мы знаем, где мы будем встречаться. На вечеринках группы «Север-17». Спасибо. Да, ох, вот это дискотека. Всех растанцевали. Даже Арман пожалел, что он сегодня не в худи, не в трениках, а в костюме. Ему неудобно было зажигать сегодня с вами. Кто придумал такие смешные слова? Кто это все? Чья затея? Рассказывайте. Песня родилась спонтанно. Так. Вообще песня родилась во время написания песни-песни. Мы сидели... Отлично. Мы записали уже первую песню, сидели в комнате, и кто-то нам что-то сказал, и мы ему ответили, нам скинули, 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 и все. И пошла песня. Как в этот раз делили куплеты? Рассказывайте. Точно так же по старой схеме. Каждый сам себе написал, и все, как ему удобно. Фразу «скинули бабки» кто придумал? Вместе. Вместе, да. О, молодцы. Все. Виктор, скажите, пожалуйста, как вам ваши питомцы? Ну, если они заставили меня раздеться. Это впервые. Мне кажется, столько радости они доставили. Ну, по-моему, все получилось. По-моему, прямо... Все необыкновенно. Группа «Север-17». Браво, ребята! Спасибо. Легендарное музыкальное реалити подходит к своему логическому завершению. Но прежде, чем мы перейдем к кульминации проекта, так сказать, главным словам, начнем с поступков. Финалисты, ваш выход! Сделайте то, что вы так давно хотели. Thank you.
Красота! И мне досталось, как на выпускном, ребят. Мы ждали этого момента 4 месяца, а ребята шли к нему, возможно, всю свою жизнь. Ради того, чтобы сегодня стоять на этой сцене, чтобы не уйти с нее, они проделали над собой огромную работу и должны получить за нее награду. Через несколько минут мы узнаем имя победителя новой «Фабрики звезд». Вы готовы? Точно готовы? Этого очень ждут вот эти ребята, которые уже заслужили право называться артистами. Ульяна Синецкая. Эльман Зейналов. Север 17. Гузель Хасанова. Никита Мастан-Кузнецов. Даня Данилевский. Но победит только один. Пришло время вскрыть конверты и услышать имя победителя проекта. Имя того, кто войдет в мир музыкальной индустрии и перевернет его. Но прежде мы узнаем фамилии призеров новой «Фабрики звезд». Итак, кто же займет почетное 3-е место и тем самым закончит гонку за звание победителя новой «Фабрики звезд»? Первыми конверт с фамилией призера откроют преподаватель по актерскому мастерству новой «Фабрики звезд» Игорь Неведров и те, кто каждый день вел репортажи из самой горячей точки, из «Звездного дома». Ведущие дневников Артем Шалимов и Георгий Иващенко. Ну что, ребят, я хочу поддержать вас всех, вы большие молодцы. Пути фабричные неисповедимы. 10 лет назад я не дошел до финала, а сегодня я вместе с вами здесь стою. И неважно, кто из вас выиграет, потому что, Виктор Яковлевич, я уверен, каждому из вас уготовил что-то свое интересное. Просто будьте молодцами, и все у вас получится. Работайте, работайте, еще раз работайте. Ребят, 4 месяца позади, и я уверен, что каждому из вас хочется наконец-то сейчас вырваться наружу. Но поверьте мне, пройдет неделя-две, и вы захотите очень сильно вернуться обратно. Поэтому сейчас я желаю вам получить максимальный кайф от этой сцены, от этого проекта, от этих зрителей, потому что дальше начинается самое сложное и самое важное для вас, как для артистов. Поэтому неважно, кто какое место займет, найдите себя в этой жизни, и я вам желаю удачи. Ну что ж, я к вам всем очень привязался уже. Извините за сентиментальность. Переживаю, как будто сейчас меня будут награждать. Итак, 3-е место. Барабанная дробь, да. Занимает. Север 17 и Даниил Данилевский. Группа Север 17 и Даниил Данилевский. Ничего себе. Север 17 и Даниил Данилевский. Для 3-го места у генерального продюсера компании White Media Юлии Сумачевой есть свой специальный подарок. Ребят, недавно мы ездили на съемочную площадку телевизионного сериала, и всем вам за 3-е место я вручаю подарок – съемку в телевизионном сериале. Ура! Это круто, ребята! Я вас поздравляю от души! Группа «Север-17» и Даня Данилевский. Это просто неожидаемая победа. Фу, просто перехватывает дыхание сейчас.
У нас троих. Спасибо большое всем. Спасибо, новая фабрика звезд! Четыре месяца назад представить не мог, что я, в принципе, через такой долгий срок буду стоять на этой сцене, тем более у этого микрофона. Это невозможно. У нас неповторимый коллектив. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Я хочу еще сказать спасибо нашему лидеру. Спасибо большое вам, Виктор Яковлевич. Вы были тем самым человеком, к которому можно было обратиться, вот когда никакой другой человек больше не в силах помочь. И с вами можно было поговорить. Спасибо вам огромное. Спасибо, новая фабрика звезд. Спасибо. Мы поздравляем тебя, Данечка, от души. Ну, если за третье место такие призы дают, страшно подумать, что ждет нашего серебряного призера. Кто же оказался в одном шаге от победы, но с гарантированной наградой за второе место? Узнаем прямо сейчас. Нам огласят это имя главный хореограф новой фабрики звезд Алла Духова и самый замечательный преподаватель по вокалу Владимир Коробко. Но перед тем, как открыть конверт, хочу сказать вам, ребята, что все, кто стоят на этой сцене, вы лучшие. Итак, это Никита Кузнецов. Марта! Браво! Никита Кузнецов! Серебряный призер новой фабрики звезд! Если ты хочешь что-то сказать, пожалуйста. Да, я хотел бы сказать спасибо всем тем людям, которые работали с нами всю эту нелегкую дорогу. Хотел сказать спасибо зрителям за то, что они голосовали за меня весь проект. Ну и, естественно, святое спасибо своей маме. Спасибо. Серебряный призер новой фабрики звезд. Пока призеры осознают, что им уже не побороться за первое место, остальные пребывают в дичайшем напряжении. Ведь в этом конверте находится имя фабриканта, чья мечта сбудется прямо сейчас. Чья именно мечта? Нам озвучит генеральный директор холдинга ЮТВ Андрей Димитров, генеральный директор телеканала Муз-ТВ Арман Давлетьяров, генеральный продюсер компании White Media Юлия Сумачева и музыкальный продюсер новой фабрики звезд Виктор Дробыш. Ребят, спасибо вам огромное за этот долгий путь, который мы прошли вместе. Это была замечательная наша общая работа, большой труд. Спасибо вам огромное. Я вам желаю всем победы. Спасибо вам большое. Это были трудные 3,5 месяца. Мы прожили красивую, сложную, в то же время радостную жизнь. И вы для меня все победители. Спасибо вам огромное. Подождите, Виктор Яковлевич, пожалуйста, не спешите озвучивать имя. Нам бы очень хотелось узнать ваше мнение. Как вы думаете, кто там в этом конверте? Я не хочу думать, я скорее прочитаю. Потому что думаю, что все эти ребята — это победители. А тот, чье имя я сейчас назову, он просто станет официальным победителем новой фабрики звезд. Это круто! Это...
это Гузель Хасанова. Поздравляю тебя с этой победой, она абсолютно заслуженная. И как обещали в самом начале, мы вручаем тебе съемку клипа и ротацию на канале Муз-ТВ в течение 1 года. И... Друзья, именно сейчас на нашей эстраде зажглась новая звезда. И имя этой звезды – Гюзель Хасанова! Ура! Именно она выступит на премии Муз-ТВ 2018 8 июня в спорткомплексе «Олимпийский». Поздравляю тебя! Браво! Друзья, спасибо вам огромное. Меня переполняют невероятные чувства любви и благодарности абсолютно каждому человеку, который имеет отношение к этому невероятному проекту. Я хочу сказать огромное спасибо Муз-ТВ, White Media, Виктору Яковлевичу Дробышу, нашим невероятным педагогам. Я хочу сказать спасибо Ксении Собчак, которая нас сопровождает все это время и украшает наш проект. Спасибо всей невероятной съемочной команде. Спасибо команде, которая работает с нами в «Звездном доме». У них очень тяжелая работа. Я хочу сказать спасибо вот этим вот невероятным ребятам, с которыми мне повезло пройти этот путь. Я у каждого из вас чему-то научилась. Конечно же, я хочу сказать спасибо зрителю, который сделал этот выбор. Я обещаю, что я оправдаю ваши надежды, и вы ни на секундочку не пожалеете, что выбрали меня. И, конечно же, я хочу сказать огромное спасибо моей невероятной семье. Моей невероятной маме и, конечно, моему безумно талантливому и невероятному брату, который сидит сегодня в зале. Я хочу посвятить эту победу Ильясу, потому что это наша с ним мечта, и мы очень долго к ней вместе шли, именно вместе. Это наш общий был путь. И, конечно же, я хочу своим примером дать пример таким же абсолютно простым ребятам, как я, и сказать, что, ребята, если вы чего-то очень-очень сильно хотите, искренне верите в это и действительно к этому идете, не обманывая себя, то у вас все обязательно получится. Спасибо вам огромное! Победительница новой «Фабрики звезд» Гузель Хасанова, необыкновенная, талантливая, новая звезда на российском небосклоне. Ребята, вас уже рвутся поздравить все, кто начинал вместе с вами путь на проекте «Новая фабрика звезд». Владимир Идиатулин, Аня Мун, Маша Будницкая, Марта Жданюк, Самвел Варданян, Лолита Волошина, Эльвира Прощенкова, Радослава Богуславская и Андрей Белецкий.
победитель определен, но проект еще не закончился. Ровно через неделю на эту сцену выйдут все участники проекта, потому что нас ждет грандиозный гала-концерт. А значит, прямо сейчас все фабриканты, как и в начале шоу, снова все вместе отправятся в Звездный дом и будут целую неделю готовиться, чтобы удивить нас в следующую субботу. Репортажи об этих подготовках смотрите ежедневно в дневниках новой фабрики звезд на Муз-ТВ. До встречи! Высоко над горизонтом зажигается звезда. Легендарным возвращением все расставим по местам. Наше новое созвездие не боится высоты. Скоро будут на репите наши новые хиты. Мы взлетаем выше неба, не оглядываемся. Тем, кто хочет стать звездой, звезды улыбаются. Все уже на низком старте, нас экран так долго ждал. Мы не зря сюда попали, я попал, и я попал. Круто ты попал, круто ты попал. Круто ты попал, круто ты попал. Круто ты попал на ТВ. Открываются кулисы, вот пробил наш звездный час. Всем нам есть чему учиться, этот опыт на года. Эти кастинги, отборы не забыть нам никогда. Чтобы пробы сейчас победы, чтобы зритель не скучал. Мы зубрить готовы ноты и штудировать вокал. Поддержим от своей пити, голосу за нас ура. Мы не зря сюда попали. Ты попал и ты попал. Круто ты попал на тебе. Доказать самому себе, что талант и работа до седьмого пота приведет тебя на вершину билборда. Я в неформат, привет, я на Муз-ТВ. Я когда-то был никем, но до Муз-ТВ. Мы поменяли время, но канал вернул проект. Нас по-любому заценят, запомнят после хрип. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, ты звезда.